Сбавьте скорость. СС Венчур вызывает начальник порта Инжер. Вы входите в акваторию порта. Сбавьте скорость. На что это все смотрят? Зря они остались в машине. Целый мистер Ладлоу. Не знаю, как я выгляжу. Идите сюда. Достойны Халланда. Садил в него два дротика с карфентанилом. 10 миллиграммов. 10 миллиграммов ведут коме. Он перестал дышать. Ему ввели налтрексон. Мы не знали, какая нужна доза. Кололи, не зная дозы? Вы ввели животное в состояние нарколепсии. Теперь он неудержим, как локомотив. Слушайте, мы знаем, что делать. А еще есть динозавры на корабле? Нет, детеныша доставили самолетом. Этому ввели транквилизатор. Эй! Детеныш у вас? Спрятан. Йен, тиранозавр ищет в городе еду и воду, а контейнеры снаряжения для его перевозки здесь. Да. Если удастся заманить его обратно в контейнер, а корабль сможет отплыть... Я думаю о том же, о чем и ты. Он пришел в трейлер за малышом. С твоей легкой. Я не думаю, что тут он поступит иначе. Да. Где детеныш?
Под надежной охраной, а что? Где именно?